и вкусный десерт. Для его приготовления возьмем и разобьем в миску 2 яйца. Добавим сахар. Соль и воду. И все хорошо перемешаем. В рассеянной муке сделаем лунку и вылим нашу яичную смесь. Затем добавим размягченное сливочное масло. Все хорошо перемешаем. Посыпаем стол или разделочную доску мукой и начинаем замешивать тесто. Оно не должно прилипать к рукам. И к столу тоже. Накрываем наше тесто пищевой пленкой и убираем в холодильник. Этим временем займемся начинкой. Возьмем свежую вишню. У меня она была замороженная. Я ее разморозила. Добавила сахар. Крахмал. И панировочные сухари. И все хорошо перемешаем. Раскатаем наше тесто в тонкий пласт 2-3 миллиметра. Делим наше тесто на две части и с помощью скалки переносим на противень, застеленный пергаментной бумагой и смазанный растительным маслом. Раскладываем нашу начинку равномерно. Заворачиваем края внутрь. И сворачиваем в рулет. Смазываем наши рулетики растительным или растопленным сливочным маслом. Выпекаем наши штрудели при температуре 185 градусов 30 минут. Разрезаем на кусочки наши рулетики по 3-4 сантиметра, пока рулеты еще горячие. А когда они чуть-чуть остынут, посыпем их сахарной пудрой. Приятного вам аппетита и подписывайтесь на канал!